конечно, запекание карпа с гранатом в духовке может быть более полезной альтернативой жарке по нескольким причинам. При запекании в духовке вы используете меньше жира или масла, чем при жарке на сковороде. Это может помочь снизить количество добавленных калорий сохранения питательности. При запекании сохраняется больше питательных веществ, так как вы не используете масло для обжаривания, которое может разрушать некоторые витамины и минералы. Равномерная приготовленность духовка равномерно прогревает рыбу, что помогает сохранить ее сочность и текстуру. Добавление аромата и вкуса при запекании с гранатом рыба погружается в ароматы и соки фрукта, обогащая блюдо уникальными вкусовыми оттенками. Запекание с использованием граната также может добавить уникальный вкус и текстуру, делая блюдо не только вкусным, но и более интересным с точки зрения сочетания вкусов. Сегодня я хочу поделиться уникальным рецептом приготовления рыбы запеченного карпа с гранатом в духовке. Для этого блюда возьмите свежего карпа, тщательно почистите и нарежьте продольные разрезы. Затем поместите кусочки сочного граната в эти разрезы. Посолите, поперчите по вкусу и добавьте немного сливочного масла для аромата и сочности. После этого укладывайте рыбу в форму для запекания и отправьте в предварительно разогретую духовку. Дайте карпу запечься до готовности, которая обычно занимает около 20-30 минут в зависимости от размера рыбы. Когда карп будет готов, достаньте его из духовки и украсьте свежими гранатовыми зернами для дополнительного визуального эффекта и аромата. Это блюдо не только изысканно и аппетитно, но и богато вкусом благодаря сочетанию рыбы с гранатом. Попробуйте этот рецепт и насладитесь уникальным сочетанием вкусов. Чтобы украсить запеченного карпа с гранатом, используйте лимонные дольки и свежий укроп. После того, как рыба будет готова, выложите на нее лимонные дольки для аромата и украшения. Затем посыпьте свежими измельченными листьями укропа, чтобы добавить блюду яркость и свежесть.